Всем привет-привет! Доброго времени суток! И у нас, как всегда, водные процедуры после обеда. Ближе к вечеру вода согрелась. И мы сейчас покажем, как Чак заскакивает в бассейн лихо за мячом. Ну что, поехали! Мячик выскочил случайно, пришлось за ним бежать. Вот. Технические неполадки. Ну ничего, мячик не очень прыгучий, ну вот как-то так. Молодец, Чак. Хорошо. Молодец. Чак. Чаки. Колечко. Не хочешь колечко, Чак? Нет. Когда есть мяч, кольцо не нужно. Это совершенно точно. Тихо, тихо, здесь я стою. Чаки. Молодец. Хорошо. Молодец! Чемпион! Спортсмен! Футболист! Хорошо! Умничка, Чак! Хорошо! Возьми его! Возьми! Уи! Маму намочил! Молодец. Ай, молодец. Хорошо. Никак не может мяч, конечно, укусить коротиком маленьким. Но зато наиграется. Молодец. Мама, мама, он скользкий. На торке. Ну почему, мама? Он очень скользкий. Не могу. Ну вот, как-то так. Мы приобрели сачок. Теперь мы чистим бассейн сачком. Ну и плюс со дна тоже убираем трубочкой. Собираем со дна грязь. И заливаем свежей воды. И поэтому каждый день у нас бассейн чистый. Вот такие дела. Ну все, ребята, пока-пока. Спасибо за просмотр. Пока. Всем хорошего вечера. Пока-пока.